Вот мы уже видим великий театр, большой театр оперы, балета, не только драматургии, там раз несколько театров помещено, поместились. Рядом улица Мольера, с другой стороны уже известного польского театрального и кинорежиссера. Соответственно, как и должно быть при большом культурном объекте. Ну, не знаю, если мы свернем, мы выйдем на огруд, на сад Саски. Вот, вижу уже мероприятие. Тут подъехало много туристов. Людей из Польши, наверное, приедет на эти урочистости, на эти празднования. Не знаю, есть ли смысл идти там. Можно попросту не выйти. Можно попросту не выйти. А возвращаться будет не умер. Ну вот это тоже прекрасная площадь перед этим большим театром. Есть множество интересных зданий, как, например, это Палац Бланка, построенный в 1762-64 году Бараковой. Ну, с классическими, конечно, добавлениями. Как мы понимаем, все это, эти реставрации не отображают сейчас консервация забытков, то есть консервация старых зданий. Ну, это такое дело, значит, мы так все это возливо всякое. Мы пройдем и посмотрим. Угу. Ну, театр мы неоднократно делали всевозможные обозрения. Да, возможно, это не люди, это просто подъехали войсковые для участия в дефиладах, всевозможных парадах. И они, как говорится, вот эти, вон видно, в этих вот автобусах и приехали. Вот там мы видим площадь Банковую, пляц Банковый, здание на ней. Мы, конечно, там не выйдем, а, наверное, пойдем через огруд Саски, то есть сады Саски, парк такой, уже неоднократно мною деланные там были снимки. Мы не будем особо. Если все это так, это такие возможные костелы. Вот этот симпатичный издалека смотрится, ну как и там тут. Не знаю, что-то. Есть смысл, ну попробуем там пройти через огород Саски и, как говорится, ну вот видим уже там
своеобразные. Когда-то было, о, на ведь в час или в 12, что-то такое, или в 2. Не знаю, сделать по снегу, может это и сделать. Так, если хотим пройти через Сасский парк, то надо идти дальше, где, вероятно, уже не будет возможности найти какой-то склеп и купить воды. Как говорится, что делать, то что есть, то есть. Сейчас поэтому добро, там мы не идем еще, идем к Сасскому парку. Парку. Да. Тут телевизия уже, как говорится, приготовилась к съемкам всех празднеств. Естественно, будут и уланы. Мы пройдемся, снимем тех конячек. Как видите, есть уланы. Ну, тоже будут вифиладой приезжать. Прекрасные кони.
Как видите, это есть кони такой масти, а я там вот кони белой масти. Здорово. И фонтан сегодня работает. Прекрасно. Вот так вот конячки тут. Сколько их, не важно. Сколько белых, почему там меньше, не пул на пул белых мастей ребра. О, тут построили так. Сколько уже времени? Опять я переборщил. Ну что делать? Придется остановить. Сейчас свет. Ну а как же тут не снять вблизи такую прекрасную конечку? Нет.